Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас из солнечной Испании. Но речь пойдет сегодня не об Испании, а о границе России и Финляндии. Граница Финляндии с Россией на замке. И 11 февраля ее финны не откроют. Закрытие границы вызвало понятные неудобства у части жителей Финляндии, которые ездили через границу по делам, либо в гости, либо просто за финским джентльменским набором. Бензин, водка, секс. Финны решили пересидеть смутные времена на хуторах, а часть русскоязычных начала проявлять недовольство, указывая на отсутствие гуманности, на нарушение их прав, свободы передвижения, их моральные страдания и прочее. Отметим, что после вторжения России в Украину это первые протесты русскоязычных, и направлены они против Финляндии. К России у них претензий нет. Путин молодец. Финские власти обосновывают закрытие границ национальной безопасностью и намерением ограничить неконтролируемую миграцию. Власти также считают, что внезапно активизировавшаяся на восточной границе миграция – это попытка гибридного влияния со стороны России. Русскоязычные объединились для борьбы за открытие границ. А финские обыватели отреагировали. Если раньше отношение к русским, а русские для финнов – это весь бывший СССР. Если раньше отношение было малоприязненным, то с началом войны с Украиной неприязнь зафонтанировала. Теперь можно себя не сдерживать. Бей иных, спасай Финляндию. Причем я не уверена, что все русофобские комментарии и ксенофобские комментарии пишут финны, а не тролли из пресловутого российского Ольгина. Внести раздор и смятение в западных странах – это ли не цель Путина? Он же грозил финнам: вступите в НАТО, вы еще поплатитесь. Один из защитников границы, Иван, получил неприятное письмо от анонимных доброжелателей с угрозами и оскорблениями в адрес получателя. Мы, финны, не просили вас, русских, приезжать в нашу страну. Однажды вы вторглись в нашу страну. Это осталось у нас в памяти. Оставайтесь по ту сторону границы. Каково это – жить в стране, которая ненавидит русских? Убирайся! Предположения о том, кто является автором письма, разделились. Но судя по почерку и ошибкам, текст писал не финн, а иностранец через Google-переводчик. Конечно, мы можем тешить себя мыслью, что это все происки кремлевских агентов. Однако еще несколько лет назад в опросах финны сообщали, что не хотели бы видеть у себя в соседях цыган и русских. Моя подруга однажды звонит огорченная: в моем подъезде квартиру купили русские. Я говорю: ну хорошо, будешь ходить к ним на чай. А она: цена на квартиру упадет, если количество иностранцев в доме станет заметным. Это правда. Причем, если шведская или английская фамилия воспринимается спокойно, то Ибн Хаттаб или Петров Иванов насторожат потенциального покупателя. По состоянию на конец прошлого года в Финляндии проживало около 90 тысяч русскоязычных.
И почти 30 тысяч из них – это российские граждане, обладающие финским паспортом. В СМИ и в соцсетях идет бурная дискуссия на тему двойного гражданства. Финны беспокоятся, не повторится ли украинская история защиты русскоговорящих, которые на Украине даже не являлись гражданами РФ. Многочисленные эксперты выступают со страшилками, что Россия обязует граждан быть лояльными родине и может потребовать от них каких-либо действий, которые могут угрожать безопасности Финляндии. Они пугают обывателей, живущими в Финляндии русскими. А кто может поручиться, что тысячи этих мордатых, розовощеких парней, якобы беженцев с Украины, не являются служащими спецслужб России? Кто? Слышны голоса с требованием аннулировать гражданство Финляндии тем, кто имеет гражданство России. Большинство депутатов от истинных финнов и коалиционной партии выступают за запрет двойного гражданства. Центристы предлагают вовсе не одобрять заявление на гражданство Финляндии от граждан Российской Федерации. МВД Финляндии изучает вопрос о необходимости изменения законодательства о двойном гражданстве. Сейчас идут выборы президента, и один из кандидатов в президенты предложил ввести отказ от российского гражданства для тех, кто претендует на получение финского паспорта. Действующий президент предлагает разрешить двойное гражданство на основании взаимности, предоставлять двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где взаимно предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда. В этом случае, считает президент, россияне больше не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии. Вчера в Тампере русские снова митинговали за открытие границы. А в Хельсинки прошла демонстрация русскоязычных в поддержку политзаключенных и всех, кто выступает против войны, коррупции, против Путина и его олигархов. В общем, Финляндия бурлит, есть различные суждения, но финны едины во мнении, что вступление в НАТО было правильным шагом. Хотя еще 10 лет назад больше половины опрошенных были против вступления в НАТО. Аннексия Крыма и последовавшее вторжение в Украину заставили финнов пересмотреть свою позицию по этому вопросу. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!